Хей, гайз, с вами Шимикей и... Так, походу Железный Человек... Да. Слетели настройки. Загрузка. Так, мы закончили на том, что мы научились с вами летать. Прошли обучение, то есть вышли с... Где там война это была? Так, ваши захватили солдаты, несколько танков с оружием Старка, 20 всех террористов. Короче, ясно. По сюжету будем идти. Будем идти по сюжету. Where have you been? Weekly steam shower with HR Pepper. You alright? Armed men attacking this building while you're off. You're making me nervous. We're bringing in contractors, Tony. Мы с тобой подписали контракт, Тони. Anybody, as many soldiers as we can get. No. Чтобы я типа потерял свою жизнь? Нет, мы должны что-то вернуться в строй, что такое? Извини, что ты хочешь этим сказать? Что в этой истории связано только деньги, и нету никакого текста, нет никаких, абсолютно нет. Но я тебе говорю. Правильно. Пошли, Пеппер. Тони, что происходит с тобой? Пеппер, послушай. Я должен на что-то, какой-то ключ. И я знаю, что делать, но я не понимаю. Моя жизнь — это все, что я делал. В моей жизни — это моя комната. Я не делал, что-то построил. Это слишком сложно. Посмотри, извини, я должна идти, это бизнес. Just came up. Pack me a bag, will you? Чё? Нифига не понял. Но я вижу танки. Я вижу пустыню. Вот что я вижу сейчас. Что, это все? Да, сэр. Место подтверждено. Люди напрашиваются на Stark Industries здесь. И несколько складов оружия, все технологии Stark. Класс, руки чешутся взорвать их и на миллионы кусочков. Найди их. Да, сэр. Обнаружены 3 склада оружия, сэр. Отмечаю. Новая цель — уничтожить склады оружия, не нанося урон гражданским. Класс. Все системы оружия сейчас работают, сэр. Вот где стреляет? Сэр, в этой зоне гражданской. Буду осторожен. Как мне поднимать уровень? Ну, то есть отхиливаться. Я не знаю. Импульс. Впереди первый ящик, сэр. Технология Star.
Ящик уничтожен. Осталось два, сэр. Тоннель может ввести в другие лагерь. Так, это враг типа надо мной, да? А я не помню, как делать так, чтобы у меня пополнялось оружие. Я помню, у меня постоянно был бесконечный. Сэр, система анализа оружия сейчас активна. Блин, угол, конечно, обзора здесь такой себе. Хотя я вижу уровень оружия, сколько я могу иметь. Большие боеприпасы. Пригодятся. Ага, вот. Наши боеприпасы, броня, ну, типа... К ним просто подходить надо. F. Перезаряжена. Как патрон пополнить? Или это ящики, чтобы... Короче, нихера не понимаю. Нет, стоп, это вообще не то. Я помню, что самое важное, я всегда на ХП использовал. Так, цель уничтожена. Я просто смотрю и изучаю, что тут еще есть. Я не понимаю смысл вот этого вот. Он не так уж долго летит. А, стоп, это мое топливо. Монатюно забирается. Нифига себе, сказал я себе. Ничего, что у меня уже топлива нету. Радиус не позволяет. Лох. Видите, здесь пишет, когда цель уничтожена и все такое. Вот где враг? Я вижу точечки. Ау. Там, где врагов не было, они появились. Я не вижу. Я вижу точечки, но их нету на точечках. More civilians detected in area, sir. I better be careful then. Почему ты шахидов освобождаешь, если не взорвут это все тут место?
crate destroyed. One remaining. Остался еще один. Sir, more civilians. Новые граждане. Хорошо. У этих не было против меня ни шанса. Мне нужно никак нет. Приблизиться там наружу на компьютер, сэр, нет интерфейса. Давай посмотрим. Сэр, в зоне американские войска. Нет проблем, пока не поймут, что я здесь, я давно уже скроюсь. Вот, видите, пацан пишет. Цель уничтожена, цель уничтожена. Он не летает, он просто делает рывок. Ау. Храмик. О, странный храм, инновационный. Да, хорошо. Я вот думаю, что мне делать с боеприпасами, которые у меня скоро закончатся. Оказывается, это оружие Маджина, сэр. Транспорт все еще поблизости. Загрузку всю информацию, которую можешь, и поздороваемся с Маджиа. Знаешь, Джарвис, сначала я думал, что Маджиа просто парни оружие, но сейчас думаю, что они сотрудничают. Сейчас я уверен. Unit has heavy armor and multiple weapon pods. Suggest targeting exposed weaponry. I'm on. Sir, your vehicle has electromagnetic pulse capability. EMP, huh? Any idea of the range? No, sir. I suggest staying clear. It may have adverse effect on suit functionality. Ау. Пока есть оружие. А, нифига, у него еще ХП. О, нифига, он здоровый. Так, цель уничтожена. О, все, найс. Так, переходим на... А что мне делать? Алло. Я не знаю, как мне делать так, чтобы мне хватало на все. Да, тут меня, ну что я сделаю?
Ну что я могу сделать? Он от меня уезжает. Наконец-то. Просто танк. О, не, давай, задави меня. Уничтожьте Dead Road. Разбито ящиков с оружием 0 из 7. Мне нужно было ломать оружие. Ладно, продолжить. Давайте еще одну серию. Ну, еще один уровень. Damn, I'm good. So, we have been spotted by US radar. They are scrambling jets now. I'm not going to fight U.S. troops. Patch me through to their command center. Connection acquired. Roger that. Engage. Sir, missile lock detected. Evasive actions, now! Hold your fire. I'm not an enemy. Charlie 20, come again. You did not read. I said stop! Тони, это ты? Что ты здесь делаешь? Роуни? Ну, ты понимаешь, ты хотел меня просто убить? Ты стрелял мне. Извините, парашют что-то не в рабочем состоянии. В чем проблема, Тони? Что ты сейчас делаешь? А, я думал разговаривать с чуваком, который на этом самолетике. Можно мне улучшение, пожалуйста, для пушки? А, я не могу выбирать. А как открываются вообще эти улучшения хотя бы? Подец, транспорт. Бав большую складе оружие на телепортируйся следующую за брагиемским транспортом, чтобы что-то. Марк 3. Созданный с зерцевом броня Марка 3 может разновидности. Ясно. Что ни хера не ясно. Давайте, почему бы нет, еще. Тони? Тони? You shouldn't be in here. And you shouldn't be off risking your life. And how do you know what I've been doing? Tony, I know. You're gonna get yourself killed. Please stop it. Okay, I promise. I'll stop. I'll put my head in the sand, stick out my ass, and not think about what's going on around us. Come on, Tony. You believed in me before. What's changed? I'm finally doing something worthwhile. I don't know what else to do. Tony, what in the hell were you doing out there? Hey, Rhodey. not now, okay? Let's not get into all that stuff. You know, the planes, the missiles, the dogfight, the military intervention. Oh, will you please stop it? I just worry about you. I'm not the problem here. It's the Magia. They're the ones supplying criminals with weapons. No, the problem, Tony, is you're fighting a war, and you're not a soldier. You're damn right I'm not. I'm an army. And I don't care how rich Magia made me. I'm gonna bury him. You said you had something for us, sir?
It's beautiful. A work of art. I'll send the rest of it to the labs. I want you to get started on it right away. Мне интересно, что было бы на сложном уровне сложности? О, будет мужик боссом. Итак, Роди, будешь моим? Я не подушу тебя к своим людям, а вот что я сделаю. Хорошо, все равно я лучше работаю один. Где этот завод? Где-то под землей. Его будет трудно найти в этом сауме. Трудно тебе, наверное. Сэр, мои сенсоры указывают машину с оружием поблизости, готова уехать. В смысле, миссия провалена? А, мне типа ее защитить надо было? Я понял. Но мне никто не говорил. Good. I work better alone anyway. Where's this armory? Somewhere underground. It's gonna be tough to find. Заново вот это смотреть, смотреть. Sir, my sensors indicate a machine transport vehicle nearby, preparing to leave. Доберитесь, где транспорт? Следите, не уничтожаем. Don't lose him, Tony. Only one chance. That's all I need. And who's holding down the company fort while you're out there? Not my problem. I'm the idea guy. I let suits like Stain handle the day-to-day. You'll never change, Tony. Ah, why should I? О, я выровнял все показатели. 4 это выровнять показатель. Найс, все. Ой, стой, стой, нет! На броню надо поставить. Хотя давайте выровняем. Enemies ahead, sir. Просто так у меня намного быстрее заканчивается. Сэр, грузовик уходит. Куда он уходит? Он около меня. Ну, танки. Найс. А, танки только с бластера уничтожить можно.
А нет, походу не только. UTE. О, ё-моё. Ну ладно, врага не было, враг появился. Материализация противников. Хотя я мог бы просто руками сломать, да и все, не мучиться. Да, вон. Средняя боевая зона и нормально. Мне бесит то, что враги сзади появляются, когда их на карте нету изначально. Так, подожди, давай сразу в опции эту. Аудио. Кто палит? Ну кто стреляет? Нифига не видно, откуда. Очередной танк. Зато приехал. Хоть лазер у него далеко стреляет, и то радует. То, что враги постоянно появляются, не знаю откуда, но это такое. Типа, ящики это доп миссии, поняли? Типа, обязательно, не обязательно. Блин, ну давай быстрее миссия, потому что уже 29 минут. Ну куда грузовик уходит, он ко мне все равно поедет. О, это тоже плохо. Sir, the truck is getting away.
Да, вручную. Найс его атаковать. Я засек лагерь, сэр. Или лазер. Лагерь. О, нет. Вот видите, снова он появляется там. Ну снова. Уйди в сраку. Не хочу его атаковать. Все? Или еще дальше поедем? Просто враги танки. Где враги? Блин, карта здесь, конечно, не очень четкая. Они что, мой транспорт ломают? Ненавижу. Я просканировал командную частную мадсер. Давай. Компания справа, вперед, парни. Сбейте его. Ладно, пока побегаю. Он, ему все, тому все равно. Пускай у меня ракетное топливо собирается. Мне интересно, если я сломаю, мне придется заново-заново вообще начинать. Кто здесь? Приятно снова слышать тебя, Скарлолли. Погоди-ка. Я знаю тот голос. Тони Старк? Правильно. И у тебя серьезные проблемы. Сукин сын, моя работа помогала тебе разрабатывать тебе... Знаешь что, не в этот раз я сделаю работу самостоятельно. Ну ладно, он по 10 ярдов передвигается. Да я так не уничтожаю его. Впереди главный склад. Вижу. Да-да, стреляйте меня пока. А заметьте, что меня убивали. Убивают. Красно. А это еще не все. Тук-тук-тук-тук. А, не, походу все. Арена. Что происходит? А мистер Старк только завершил полет, сэр. Атаки неэффективны. Мистер Скарлетт начал себя с мышцами. Мышцами.
Что он делает? I've lost contact with Mr. Scarlotti, sir. Черт побери, где он? Он наверху. Неизвестно, сканирую. Найди его. Может, мне в натуре его просто расстрелять будет быстрее? Нет, не быстрее, ладно. Ну нет, это нереалично. Чувак, ну не гони. Связь потеряна, сэр. А, как раз, когда все шло хорошо. А ну видно, куда он будет атаковать. Вон, синяя херня появляется. Связь потеряна, сэр. Думаю, я бы тоже себя боялся. Не могу поверить, что ты работаешь с этими подонками. Мы не судим своих клиентов, это нехорошо для бизнеса. Уничтожится и нас. Довольно. Связь потеряна, сэр. Лай, руками его можно победить. Но надоел. Понимаете, сильный удар тоже не получается по нему. Он меня этим бесит. Давай, еще раз свой кнут используй. Все, по мордасам. Одолеть Марка Скарлотти. Ого, ты адский пилот, Тони. Ты не думал стать военным? Не люблю выполнять приказы. Что теперь? Я не закончил, Роди. Я только начинаю. Все. На этом мы с вами точно заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.